родился в Минске 28 ноября 1971 года. Закончил факультет международных экономических отношений Белорусского государственного университета. Ведущий еженедельной аналитической программы «Проспект» белорусского телевидения. Главный редактор белорусской деловой газеты. Заведующий белорусским бюро ОРТ. Во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению в незаконном пересечении границы, получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Провел в тюрьме 3 месяца. Специальный корреспондент программы «Время» на канале ОРТ. Шеф-редактор корреспондентской сети ОРТ, ведущий аналитической программы «Время», автор документальных фильмов и специальных проектов. Редактор отдела политики и общества в журнале «Огонек». Ведущий журналистского блога в интернет-газете «Украинская правда». Исполнительный директор издания «Украинская правда». Ведущий авторского проекта «Диалоги» на украинском телеканале «Новостей 24». Ведущий на украинском радио «Вести». Погиб при взрыве автомобиля в Киеве. Ему было 44 года.